сильно потребны в кожаных, так что кто-то выиграет. Они, не мы. Ну это крутенько. Опять инвокер, опять аппарат. Кстати. Достали. Мы же топим за Star Wars, я так понял, да? Не знаю, инвокер аппарат не укрыли, там все такие пряморукие инвокеры, что прям надо аж банить. Прям я не верю в это. Дум Мирана. Не для себя? Ёбок. Вот ты гей, а! Так, если будет, так. Спасибо. Бэйн. Блять. И даже от них был Бэйн. Если не пикну, то все то же самое, то будет странно. До Мираны, правда, нету уже. Ты там кут не отключил, не включил, ничего такого. Нормально? Должно быть на лице. Я почему-то через положение Twitch не могу найти наш канал. На телефоне. Нормально вообще? То, что не могу найти через приложение Twitch наш канал. Это нормально? Понятно. Я-то думаю, что за хрень. Просто я слаб, а я вот ушел. Да, пацаны бы нам летели. Ну, нас смотрит человек 20. Может, ты так не слышишь. Игру ты включил, там просто пацаны не знаешь, правильно, нет? Если тут давно было. Бристлбэк CM-ка, короче. Чё ты мне скажешь про Бристлбэка? Серьезный герой? Я смотрел вашего Бристлбэка серьезного, у которого было 9 крипов на 4 минуте. Ну потом. Потом? Когда потом? В другой игре? Ну не знаю, Бристлбэк у вас что-то там зарулонил, Майк. В этой игре. Не, ну да, потом вот выформил, в принципе, и заванговал все это дела. Не знаю, почему CM-ка, почему, блин, как они это делают? Со. Вот дерево, мне кажется, вот здесь нехорошо заманить. Не кажется тебе? Нехорошо думаешь? Нет. Почему Кунка? Крест, типа, кидается шакрам. Типа, стало? А, торрент? Ну да, нет, кстати, нет, Кунка, в принципе, ничего так. Бан. Я считаю. Священский. Доктор. Ну, они банят всех отхиливающих пацанов, я так понял, чтобы Бристлбэк не был таким жирным. Ну да, кстати. Какой стар шлюхи. А. Deserve time. Прям. Ёба народ. Шагибинг, Гаррет, Артмастер, Спарк и Стенд Ин.
И Тор. Да, моя, ты радостно. Пиздец, ты подкован. Айкс, залетел. Бан. Ну, они, короче, в прошлый пик решили подбанить маленечко. Айкс в прошлой игре, в принципе, отыграл ничего так. Выпрямил там. Не, ну, с артефактами бегал, бегал. А, да. Да, и в этой нормально, в принципе, он Бристол Бека такие бы куски отрывал. А по сиськам, думаешь, не бил бы? По сиськам бы не царапал. Можно. Джирабас гейминг. Ну причем до Рейсмин походу будет саппортом. Я так думаю. Он такой какой-то назящий герой, честно говоря. Очень. Там и замедление это козящее, и КД с тауном или безрическое. Сейчас глянем, чё кого. Вот, алхимик, вот не нравится. Вот не нравится. Угу. Ну да. 60-ку. Ну это до хрена, я тебе скажу. Ну короче, клёвый герой, клёвый выбор. Тем более, что из этих трёх героев Берс Дэмэдж не наносит никто. А брать осталось только мидера и хардлайнера, или мидера и керри. Кого? Пака с догоном. Самый лучший вариант в мире. Ну, Макс сказал, что он до 12 сегодня будет отсутствовать по Альбас. А про Назара я даже спрашивать не стал, потому что, не знаю, потому что Макс без Назара это бесполезная вещь. Ну, в смысле, Назар без Макса. У вас есть когда игра следующая? Я прям с расписанием везде и всюду хожу. Ну. Все, пиздец. Папочки носить с собой. Как деловое лицо, прям. Стартар, кстати, клевая идея. Тоже. Очень. Ну, как обычно, да. Ты мне скажи, если, допустим, Слардар кинет ульту свою на кента, и сверху ему Тимберсо закинет шакрам. Дамаги будет не больше и не меньше, да? А, они вообще с другой раз разный команд. Народ. Ну, то есть, вообще, по факту, на армор. Ну, понятненько. Так, чё? Ну, тоже да, скорее всего, да. Брислабакова. Мне, кстати, нравится вот Слардар на миде очень. Ну вот куда поставить этого пацана, не знаю. Угу. Да, да. Подпрыгни.
Вот он! Вот он! Ёпт! Да ты прям, знаешь, вот, красавчик. Естественно, прям, кто тебя любит. Кого забанят? Давай, скажи мне, кого забанят. Ты нужен саппорт лютый какой-то. Как тебе насчет Луна? Ой, Луна, Лина. Ну как, по старинке бегали же с Пейном. Они банят просто вот да. Я вообще не знаю, какая вот тут. Да, определенный керри. Ну вот они думают, что селедка все-таки пойдет в керри, поэтому мидера забанили. Хотя я думаю, селедка на миду это, блин, очень интересный вариант, но не против вайпера точно. Ага. Идите, пацаны. Что там? Кстати, смотри, у Шагиби аватарка минера с первого танчика. Ну я же говорил, что жопа. Ну я ничего не говорил, но не знаю. Да. Чё? Я тренером Нави? Договоришься? А можно мне просто зарплату платить, а я вообще ни хера делать не буду? Так, можно говорить? Здесь ты, Герман. Ты рушишь мои надежды просто. Мечты. Вот выиграешь турнир, будете зарплату. Там твои пацаны за футболки играют? За одежду? Играем за одежду? Но я постараюсь, пацаны. Я постараюсь. Ничего обещать пока не могу. Но я пиздец постараюсь. Ну я же не знаю уже, как оно. Оно. Они будут, но не возможно. Ну, футбол. Вообще ничего не надо больше, кроме. Тут вот пацаны статистику. Джиггернаут. Ну, Джиггернаут. Ну, Джаггер, походу, все-таки. А, ну да, кстати, Твист, он же керри в прошлый раз у нас был. А это саппорт алхимик. А, кстати, это не саппорт алхимик, а. А, нет, это саппорт алхимик, правильно. А, да. Я имею в виду. Ну давай, прокомментируй у нас, кто кого на чем, а я пока тортик отдую. Нихуя такая идея не знаю. Хорошо, ну как цепляй? Цепанули, но я что-то не за тех болел. Ну горох. Сэм-то почему-то увидела весь. А, ты еще. Сорал нас на меня пиздец. Че ты? Че там? И все? Ну, короче, Сэмка спалила почему-то контору, а Рескинка это дело все не остановило весь кипиш. Он пошел ломать лица. Это все, что хотел сказать. Такие делишки. Алхимик взял инвиз. И Бристлбэк, кстати, а нет.
Не-не-не, это все понятно. Он уйдет куда-нибудь вот сюда, вот красиво, вот сюда, вот встанет, накрутит. Сейчас придет Бэйн, даст ебло ему, короче, сон. И... Ну, значит, не даст. Накручивает братишка! Слепит братишка! Слепит, сонит. Ай-яй-яй. Пацанята-то, а? Красавчики. Да, и, кстати, не качнул он Тимберчейн вообще. У него второй бит. Жирность лучше. Нравится? Ну все, ладно. Тебе нравится наш тебе. Баночка это хорошо, просто была вот банча у нас без баночки. Это грустная банча. Да, да, да. Та самая банча, которая не знаю, припал. Ты уже выяснил, что она с пола пошла, что ли? Ну, ты подсуетился там. Кстати, вот, короче, какая-то странная прокачка у скелетон, ну, в Райс Кинга, нашего кента. Он вообще качнул крит. Не, это круто, он качнул крит. Да, я критую. Вот он критнул разочек. Два. Работает стратегия, да? Ну, что-то... Да, вот я о чем говорю. Что, ладно, может, тогда уж вампирик бы качнул, то полгода. Красавчик. Ганг на вожака волка. Вожак. Да. Я тут человек садистика. Да и банче приятно. Да всем приятно. Кому не приятно? Всем приятно. Конечно. Ну вот банша, кстати, ну, проигрывает, правда, 7 крипов, но тут оно. Понятно, да, тут оно и вайпер, но хотя бы пытается что-то донать. Братишка, беги, беги, банша, дружище. Ну все, горох, короче, банше, если она пойдет. Да. А она, короче, походу, да, еще сейчас пиздюлятор получит. Да, все, здорово. Вау. Это красиво, вот это гейминг. Да, вообще очень мне нравится, что-то они прям... Прям Вова грязь делает. Да. Ну, у нас просто как бы ЦМ бегает с двумя вардами в стэше в своем. Поэтому она вроде бы и не против поставить, но что-то пока у нее не получается. Ага. Ну, она что-то вот как-то вот что-то хочет вот бегать, что-то не менжуется везде, не получается ничего. Ну, пацанята, короче, из New Genesis, кстати, ну, саппорты я имею в виду.
Формируют, да, пацаны формируют, это грамотно, красиво, четко, молодежно. Но с другой стороны, в Rise King тоже формируют. Да, ну ЦМК тоже, по идее, может формить все это дело, но что-то она, блин. Да, надо пойти. Нападает. Ай-яй-яй, грязный, грязный. Просто спалил контору. Как... Ладно, пойдет. Главное, финал. Ну, вверх не прыгнул и как-то что-то... Да он, во-первых, спалился, что он ДП сделал. Очень. Потом залетел в тучку, даггер пили ему. Кстати, тут мне подсказывает аналитик, что команда шлюхи не играет вообще, потому что Слардар бежал на базу без спринта. Типа все, уже не уровень. Не уровень. Должен был на спринте бежать. Ну тогда да, в этом есть смысл. Ну, New Genesis, это ничего таки, ребятки, мне нравятся. Да, там что, кстати, у... Прямо как будто керри. Что у того хардлайнера никого, что у этого хардлайнера никого. Что-то какой-то не хардлайн, там, а... Угу. Сыкотно ему, блядь. Ну, в общем, я не знаю. Как-то вот звездные шлюхи, они что-то не доигрывающие. Прям в микромоменты вот эти арт. Да, варды как-то не туда. Как-то вот даггер не тот. Как бы не распались. Ну нет, ну они более-менее. Там просто их переиграли, ребята, реально. Ну да, да. Все вообще красиво. Ну да. Ну вот мидер, кстати, что бы там говорить. Ну ладно. Ну тут, блин, ну это такая комба. Не контрящийся прям буквально. Пожалуйста, хорош джиггернаут. Нормально, нормально, грамотно, пофигу, пойдет. Главное, копыта не отбросить, все будет спрятать. А вот сейчас не похиляются, они еще и баншу сейчас отхерачат. Смотри, смотри. Ну я тебе говорю, что там вот немножечко вот бейна было не еще могли. Серёдка гейминг! Хорошо, Серёдка, блядь, не по шансам. Сэм говорит, блядь, кстати, да, не по шансам. Ой, ой, нет. Заевейдил. Мужчина. Ну, там, короче, это да. Мужчина. Я скажу так, что да, вот, что на топе хардлайнер, братан, как бы... В кипише не участвует, хотя, по идее, наводить кипишу он может много, и артефакты у него есть. Да-да-да, я и говорил, то есть он что-то какого-то керри заделался и... Но он побыстрее своя этому вынес, если бы он ломал лица пацанам. Могли с ним справляться. Пайпер тоже самое мог поформировать. Или там джиггернаут. Там есть кому фармить так. Найс. Алхимик, алхимик. Под крутой.
Там под концем, когда бежал, уже, блин. Уже и бежать неохота дальше. Рос. Ну и все. Вардар дал стан, потом говорит, блядь, опять не по шансам. На, нахуй, дает стан. Бристолбэк, да, отъезжает. Брэйс Кинг отъезжает. Вардар отъезжает. Банша отъезжает. Отъезжает Банша, блядь. Давай, блядь, по лицу ей. Хорошо, по сиське. Да, в принципе, Сэм, по-моему, тоже хуй с точностью на доставку бегает. Нормально. Ну, я говорю, Слардар какой-то с даггером и без нихуя как-то не уверен в своих силах. Пакет на голову повешали, минус 54. Про 6 минус 54. Сейчас даже знаете. Там у крипов дамаги больше, чем у него. Да. Так он, говорю, он стан дает, начинает бить, у него удар раз в 100 лет. Он плюху дал, вроде, потом думает, блядь, ему уже пол хп снесли, пока он один удар нанес. Ну, Слардар это не керри, в любом случае. Я просто сколько пытался его, я тоже, он мне нравится, герой, сколько пытался я из него сделать керри, ни разу мне ничего не получилось, потому что керри он нихера. Вот в мид я бы еще понял его, потому что... Баночку слышал. Зато у него вилки есть, Слардар, и ему нормально. Да, я говорю... Просто вот тут плохой парень Слардар, короче. Улетает на мид. Красиво зашел, блин. Четко сделал ТП прям из-под таура, из-под... чувака... Да, я говорю, на миду закрыл. Там, через агрессию лютую. Че, как чемпион же агрессию, говорит, надо агрессию. Блин. На, нахуй, не миду, типа. Ну, сейчас я не об этом думаю. Сейчас мне очень грустно. Ну, я что-то вот единственное не понимаю, это... Что-то понимаю, но ничего не понимаю. Ага, в лицо ему еще туда. Да, кстати. Ну, еще хочу посмотреть варды, опять же, от, кстати... Я не могу их по-другому называть, кроме как шлюхи. Короче, варды ничего. Да, звездные шлюхи. Варды ничего, варды хорошие. Варды, кстати, вообще поставлены одинаково, что вот той, что у другой команды. Что вот тут по варду поставили, тут по варду поставили, тут вардец, тут вардец. На них, там, да. Так они пока добегут, они впятером там, кстати. А, вчетвером. Да, тут снизу кипиш полный. Айпер ломает лица. Кстати, сеанс повешали. Что-нибудь, пацаны, как? Чё? Да ничего, его не так... Хотя не, в харчок долетел. Сейчас еще постопят маленько. Там, глядишь, и мана восстановится у Брейска. Ну, там алхимик сейчас лица. На тебе, всё. Брейски, не бросай, блядь. Да, уже поздно, не бросать, уже бросать. Ро! Лев. Ходить, бежать. Что-то он поздно как-то минус урон повешал. По лицу, сиськи. Ни хрена, он вообще ничего не наносит, прикинь. Кстати, Джиггернаут сбивает минус армор своей хукилкой. Да. Ну, не знаю, как-то вот ни Тимбер не понравился, вот он какой-то он, блядь, бесполезный. Герой клёвый, но что-то пацан не доигрывает. Он же мог тут, блядь, лица ломать такие, что просто... Да, он до этого, он в игре, он до этого хоть что-нибудь делал, кроме вот этих двух чемпионов? Нет, он фармил.
Я тебе говорю, что как бы с таким героем, допустим, да, брать того же, ну, брать, скажем так, про игроков, они делают с одним сапогом больше, чем он с такими артефактами. А должно быть наоборот, надо было с ним делать, но без Джиггернаута, например, или без алхимиков, или без Вайпера, ну что-нибудь такое. Пусть фармит, а, он же керрит потом будет. Ну, это мне нравится. Я люблю Джиггернаута с быстрым огнемом. Это... Нет. Это просто бич. Так, сам за бич. Будь. Не отдать это не по-любому. Тут, кстати, Бристлбэк нашел кента или кенты нашли Бристлбэка, вообще неизвестно. Ой, хорош, банку-то взорвали. Сам Дэм, как раз АВЧик ездит, только, блин, только, короче, Джиггернаут крутится по этому пути. А, все, горох. Три. Сульты. Минус мазафака. Три. Ладно, зато Слардар быстро бегает и съебывается. Это он может. Это, говорит, я могу. Съебаться это я. Семка 750 голды. Там она на респе стояла, больше было в денег. Да, они вообще очень. Ну, уверенно просто. С самого начала как повели, так вот и напихали. Я вообще люблю, когда будут играть. Да, что за гуль, они конкретно уже пошли ломать лица. Ну, там Беншу еще не покосил разочек. Джиггернаут все не может определиться, дать им пизды. Да, такой развернулся, такой, блядь, опять не получилось. Ладно, сейчас еще раз развернется, наверное. Все не в этого Джиггернаута бедного. Он не собирается, у него ман не хватит. Так, все что-то, блин, как-то вот он все хочет дать пиздюаторов, не пусть. А, согласен. Там это было в эфире хватало. Но они, походу, сейчас рожечка заберут быстро. Да, он... Быстро нет. Хотя тучка, но нет минус армора больше никакого. Да хотя этого достаточно. Ну да, 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 плюс он саппорт. Я не знаю, что Джиггернаут убегает, а надо разворачиваться уже и увлекать. Ванчава умерла. И тоже. Там, зато Слардар съебывается в очередной раз. Очень даже не дикачка. Да, ребят, не уходите.